Я не хочу, чтобы она здесь была. Сваливай. Я не хочу смотреть, прятаться. Я не хочу прятаться и смотреть, как ты тут с своей юбкой светишь. Я хочу, чтобы ты ушла отсюда нафиг. Дверь закрой. Дверь закрой, я сказал. Вроде она не слышит, как я открываю-закрываю дверь. Это уже несомненно плюс. Конечно же, пусто. Ой, я тут заскрипел. Схерали. Тут не было звука капкана. Ножнички нужны для подвала. Ящер. Вот смотрите, она упала там. Когда я был у ящиков, какого хрена? Как она там упала? Ребят, что с игрой? Я их буквально сюда вот кину. Чтобы я знал, где они. Я все буду кидать сюда, то, что мне не нужно, если они вдруг понадобятся там в следующий раз. Она мне запалила, да? Блин, капкан. Так, слышу, как она ящиками игра хочет, значит, она там. Но она стопудово сейчас будет параноить по ящикам. А пока она этим этой фигней страдает, я пойду в подвал. Оп. Ведро. Что в ведре? Я где? Это не твое бабка дело. Раз. Два. Хотя, знаете... Я ее здесь слышу. Хоп. Она вешалку свалила. Ну раз так. Секунду. Я хочу, чтобы она успокоилась. Блин, ваза закатилась. Что я свалил? Или это она? Хорошо, будем знать, где половиться. Сейчас я упердоливаю в шкаф. Бляха. Бляха. Я был не в шкафу, оказывается. Ладно. Тихо. Она вроде в ванной. Она рядом. Свалила что-то. Опять вешалки сваливает. Я не знаю, но что-то сваливает. Но она не могла быть так близко. Она две штуки какой-то свалила. Она бежит, бежит. Так. Хорошо, она принесла свою жопу сюда. По-моему, она бежит. Нет, не бежит. Так, давайте посмотрим, откуда ее ждать. Видали, какая ловушечка, а? Вот я ждал, что она с той стороны придет, а мы бы встретились. В жопу иди. Нам же довольно быстро сюда припердолить. Поэтому действуем оперативно. Хорошо. Ой! Что за фигня у меня сейчас произошла? У меня свет вырубили, но не вижу. Сраные плавицы. Еще раз.
Значит, уронила. Нашел. Опять что-то ломает тут. На наверху вешалку ломает. Так. Откуда ее? Не заметил, прикиньте. Че сваливаю? Капкан? Тут все подряд летает, алло. Блин, мне кобзда. Я же не убегу. С такой нагрузкой на игру. Ой! Твою налево, как я обосрался, а. Закрывай. Пусть она прибегает, а я пока пойду. Я знал, что это плохо закончится. Я попердолил. Какая я? Ты мне вход забаррикадировал. Вообще. Нет, ну вы видели? Мне вход забаррикадировали. И это... Точно был не я, потому что я решетку с... О, господи, какая нагрузка на сервер, господи. Уронись уже. Как решетка здесь оказалась? Нифига. Битбокс нахер. Все. Спасибо. Ты стебешься надо мной, не? Свали отсюда. Ты серьезно, а? Дай мне дротик. Она не пускает меня к дротику. Вот так вот, ребят, теряется драгоценное время. Чтоб ты головой в капкан. Всех голову капканом раскусила, парень. Стреляй. Что-то он даже стрелять не хотел. Слушай. Не будь таким наглым. Так, приляг на постель. Теперь я сейчас кину арбалет в подвал. Потому что в подвал забежать небезопаснее всего. Возьму ножнички. Наконец-то, я надеюсь, пройду эту сраную игру. Потому что я не понимаю. Так, ему нужны ножницы, окей. Руби. Дропни. Возьми арбалет, сейчас запердолим на мастер-ключ. Так. Дротики. Быстрее, быстрее, она в подвале спавнится, быстрее. Все. Найс. Сейчас мы погремим, приманим ее сюда, найдем мастер-ключ. Где я оставил мастер-ключ опять? В начальной комнате вроде, да? Вроде да. Пока я не услышу ее урчания, я никакие действия предпринимать не буду, ребят. Потому что это реально, это психованно. Я толкал решетку в прошлой серии в подвале, когда она была в отключке. И вдруг она резко появляется сзади меня. Я не слышал ее беготню. И что я говорил? Она тут спавнится. Как же я сейчас обделался, люди. Бери, вставай. Я же говорю, она спавнится в подвале. Вот, все, все зеленые. Какую комбинацию надо, люди? Не нужна никакая комбинация. Мне просто нужен мастер-ключ. Чтобы открыть дверь и упердолить отсюда как можно скорее.